У Могилеве театральная весна. 13-й международный театральный форум «Мартконтакт» стартует в областном центре. За 7 дней будут показаны 22 спектакля из 8 краин света. Открывает вот 4-й день спектакль «Колодеж» Мангистауского областного музычно-драматичного театра с Казахстану. Его поставил знакомитый режиссер Сергей Потапов. Теперь артисты репетируют, а у спектакле покажут весь колорит казахского народу с костюмами, декорациями, которые сделаны вручную, и на мове оригинала, але с субтитрами. Мангистауский театр молодый. 21 соковика ему исполняется 15 год. И свой удел у форуме такого статуса у театра лечит великой подеей. Для актеров открыт урок. Для нас тоже посмотреть других коллективов, показать себе, это нас тоже окрыляет. И мы тоже будем стараться равняться.